С 22 по 27 августа в Чувашии пройдет чемпионат Европы и Кубок мира по парашютному спорту. Аргентина, Болгария, Венгрия, Китай, Германия, Франция – и это еще не все страны-участницы предстоящих соревнований. На сегодня принято заявок на участие из 16 государств. Ожидается еще больше. 200 сильнейших парашютистов приедут в Чебоксары. Самыми многочисленными будут сборные Китая – 20 человек и России – 17, сообщает Минспорта Чувашии. Решение о том, что первый Кубок мира среди взрослых и юниоров по парашютному спорту должен пройти в Чувашии, было принято в апреле в Буэнос-Айресе на пленарном заседании Международной парашютной комиссии. В нем приняли участие 39 стран, и большинство из них проголосовали за Чебоксары. Местом проведения соревнований станет аэроклуб имени Лепедевского. Спортсмены поборются за победу в дисциплинах. Аэробатика и точность приземления. Они считаются самыми зрелищными в парашютном спорте.